إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة حسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أما بعد Вспомним несколько аятов из суры Ахзаб. Аллах Тааля говорит: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم إنا نعوذ بك من النفاق اللهم ثبتنا على دينك الله جل جلاله говорит в суре Ахзаб 21 и ниже аятах لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة Воистине для вас в посланнике Аллаха прекрасный пример Лиман кана ярджу Аллах для тех, кто надеется на встречу с Аллахом. Валь йаум аль-ахир и надеется на судный день, на воскрешение, на рай, на защиту от ада. Ва закара Аллаха касира и поминал Аллаха много раз. Значит, всегда у нас в жизни должны быть примеры. Аллах Тааля изначально человека создал из цепляющейся такой субстанции. Обязательно он должен зацепиться, чтобы пошло развитие внутри, в чреве матери. И в этой жизни тоже это наша природа, природа цепления, она проявляется. Сам по себе человек развиваться не может. И человек всегда нуждается в примерах для подражания. И вот Аллах Тааля нам показал здесь эталон. Тот, кому мы должны подражать, это Расулуллах, посланник Аллаха Субхана ва Тааля. Расулуллах, саллаллаху тааля алейхи ва саллям. В нем для нас, для вас, Аллах говорит, то есть для нас, для тех, кто слышит Куран Карим, есть прекрасный пример. И чтобы от этого примера получать пользу, есть тут три условия. Первый, надо надеяться на Аллаха, верить в Аллаха. Льём аль-Ахир и последний день, судный день верить. И поминать Аллаха джалля-джалля многократно. Вот такой хороший аят. Если же человек себе в посланнике Аллах не найдет пример, он будет других искать пример. Какие-то футболисты, хоккеисты, боксеры, не знаю кто. Но это все временно. Вот.
В советские годы была популярна Алла Пугачева, все ее песни пели. Сейчас где-то Алла Пугачева? Ну, нету. Или есть, там вспоминают иногда. Вот и все. Была, нету. Через 100 лет вообще, может, даже не вспомнит. Аллаху Аль. Посланник Аллаха, алейхиссалям, 1500 лет назад почти был авторитетом, и так и остается. И еще 1500 лет пройдет, все равно будет авторитетом, алейхиссалям. Потому что ценности, с которыми он пришел, они непоколебимы, они вечные, они постоянны. Ценности божественные, ценности духовные. Ибо тело, оно тлеет, портится, приобретает, ну, как минимум, морщины. Поэтому вот артисты и всякие шоумены и так далее всегда делают себе операции пластические, еще что-то, чтобы сохранить молодость, чтобы сохранить красоту. Но это все уходит. Красота, она духовная красота. Тело стареет, а душа, она остается. وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابِ И когда верующие люди увидели толпы, ну, ахзаб это переводится как партии. Был такой период в жизни пророка, алейхиссалям, когда курайшиты смогли заключить договор со многими арабскими племенами так, чтобы они одновременно напали на Медину. Эта битва так и называется Газватуль Ахзаб или Газватуль Хандак, битва Урва или битва партий, когда Медину окружили со всех сторон огромное количество войск. И когда верующие увидели их, قالوا, они сказали, هذا ما وعدنا الله ورسوله, это то, что нам обещал Аллах и его посланник. وصدق الله ورسوله, Аллах и его посланник, они говорят истину. وما زادهم إلا إيمانا, и это положение у них только увеличило, укрепило веру, وتسليما, и сделало их более преданными Всевышнему. جل جل. من المؤمنين رجال, и есть, говорит, среди мужчин, то есть среди верующих людей, такие мужчины, صدقوا ما عاهدوا الله, которые договор, заключенный с Богом, с Аллахом, جلّ جلّ, не нарушили, наоборот, подтвердили, сказали, что будем защищать пророка, будем защищать религию, будем защищать наши принципы. فَمِنْهُ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ, некоторые из них отдали души. فَمِنْهُ مَنْ يَنْتَظِرْ, и некоторые ожидают этого. Вот. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا, и они не изменили своим принципам, не изменили те законы, которыми пришел Расулуллах, алейхиссалату вассалям. Для чего эти испытания? Некоторые говорят, вот зачем эти испытания нам на голову пришли, почему так со мной проблемы происходят и так далее. Вот Аллах отвечает, «Лияджзи Аллаху садиқина бисудқим», чтобы правдивым Аллах воздал за их правдивость, وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ, и чтобы наказал лицемеров, иншаа, если захочет, أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ, или принял бы их покаяние, если захочет, или простил бы лицемеров, если захочет. إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورٌ رَحِيمًا, Аллах, Он прощающий и милосердный. Вот в одном хадисе пророк, алейхиссалату вассалям, сравнивает людей с полезными ископаемыми. Как-то люди пришли к пророку, алейхиссалям, и говорят, «Аюннаси хайр, кто из людей самый лучший?» Пророк сказал, «Юсуф, Набиуллах, ибн Набиилля, ибн Набиилля». Это Юсуф, алейхиссалям, пророк, сын пророка, сын пророка, сын пророка. В 4 поколениях Юсуф, алейхиссалям, был пророком. Люди говорят, сахабы говорят, «Ля, мы тебя не об этом спрашиваем». И тогда пророк говорит, вы меня спрашиваете, кто из арабов самый лучший, кто из племен арабских самых лучший? Они говорят, да. И он говорит, хияруком, аннасу маадин ка маадин дахиб аль-фидда. Люди похожи на полезные ископаемые, типа как золото, серебро. Лучшие из вас джахилии, то есть доисламский период, лучшие из вас в исламе. При одном условии, если они
имеют глубокое понимание религии. Если они разбираются, изучают вот, Божьи законы. Вот из этого хадиса что мы понимаем? Вот люди, они как полезные ископаемые. Полезные ископаемые где? Там, где-то в горах, под землей. Их достают, там, я не знаю, копают руду. Потом эту руду что делают? Пускают в доменную печь, кипятят, чтобы золото отделилось от чего? От мусора, от мусора. Вот с нами в жизни то же самое происходит. Такая большая доменная печь, ну, образно говоря, да, планета Земля. И Аллах здесь вот нас кипятит трудностями, заботами, иногда наоборот легкостями и приятными положениями, чтобы золото отделилось от мусора. Да. Вот поэтому Аллах говорит, что обязательно будут испытания, будут сложности, но есть среди людей стойкие, непоколебимые, есть лицемеры, и Аллах Та'аля обязательно будет нас испытывать, чтобы мы проявились, кто мы на самом деле. Так-то Аллах знает, кто мы, что мы, но у человека есть качество, он любит спорить, любит не соглашаться, говорит, я этого не достоин, я достоин более, достоин высшего степени. Вот она жизнь, вот тебе испытание, давай, докажи, кто ты, что ты. Лиаджзи Аллаху ас-садиқина бисидқихим, чтобы Аллах воздал правдивым за их правдивость, ва юадзиба аль-мунафиқина ин шаа ау ятубу алейхим, и чтобы наказал лицемеров, если захочет, или принял бы их покаяние. Инна Аллаха кана гафур рахима, ведь Аллах очень-очень прощающий и очень-очень милосердный. Поэтому тот, кто выбрал себе дорогу в рай, тот, кто выбрал себе дорогу, которую указал посланник Аллаха, алейхиссалям, то будьте готовы к испытаниям, потому что дорога в рай усыпана неприятностями, окружена неприятностями, а дорога в ад, наузу биллях, окружена страстями, прихотями, похотями. Да сохранит нас Аллах от ада и да поможет нам вернуться в обитель мира. Аминь. Бисмиллях, альхамду лиллях, вассалату вассалям, расулиллях. Аллахумма салли аля Мухаммадин фил аввалин, вассалли аля Мухаммадин фил ахирин, вассалли аля Мухаммадин фил малаа аля илля йаумиддин. Аллахумма джаална мин аллазина йастамиуна аль-каула фаятабиуна ахсана. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар. Аллахумма джаална мин ибадикаль мухлисина аль-мухлисин. اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين اللهم إنا نعوذ بك من الشرك والكفر والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق والله защити нас от язычества, от многобожия, от безбожия, от лицемерия, от взаимной вражды и безнравственности. Аллах, возвысь нас на высокие степени рая, высокие степени Фирдауса. Аминь. Альхамдулиллях.